Наталья Хлопина – староста деревни Зайцево и знает о проблемах этого населенного пункта изнутри. Вопросы транспортного сообщения она задала на онлайн-встрече депутатам Государственной Думы от «Единой России» и министру транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексею Гержику. Нет сообщения для жителей деревни Зайцево, с поселка Кокошкино, где у нас находится железнодорожная станция. Отсутствует транспортное сообщение с городом Одинцово, соответственно, где у нас находится администрация. И такие основные, как МФЦ для жителей, где получают государственные услуги, Мособлэнерго и Мособлгаз. А жители Баковки обратили внимание министра на состояние автобусной остановки в сторону Москвы. Это не только неэстетично, но и может представлять угрозу для жизни. Хотелось бы озвучить вопрос о ненадлежащего состояния автобусной остановки. Это на Минском шоссе. То есть остановка находится, металлические конструкции прогнили, она представляет реальную опасность. Кроме того, жители поселка Баковка просят построить железнодорожный переход. Он был здесь ранее, но его ликвидировали в связи с вводом в эксплуатацию первой линии МЦД. Отсутствие перехода доставляет жителям большое неудобство. Все поступившие запросы будут проработаны, заявил министр. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».